Здравствуй. Это я, твой сын. Воскресший, как было сказано в Писании. Мир с тобой. Если ты подлинно, Иисус, сын мой, сотвори чудо, чтобы я уверовала. Вот я возьму рыбу, лежащую на огне, и она оживет. Поверишь ли ты мне тогда? Да уверовала мать Господа в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на той рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы Господних пальцев. Так рассказывал простой немудрый рыбак наивные давние сказания. Кто скажет, до какой глубины времен восходит тот апокриф? Ну как? Да, прекрасный рассказ. Вы один... из лучших моих авторов. Ага. Мыслимое ли дело, вы с вашим литературным дарованием? Но зачем вот вы сейчас едете в Таганрог? Что вас с ним связывает? Цирк Сура. Сейчас он в Таганроге. И потом, вы же знаете, как я люблю цирк. Вот расписка. Вас ждет верстка, а меня поезд. Угу. Прощайте. Но если надумаете, я с радостью напечатаю все, что вы принесете. Спасибо. И хорошо, заплачу. Прощайте. Я буду помнить об этом. Успокойтесь, мадемуазель. Девочки, помогите, умоляю вас, прошу. Ой, помогите! Никто вас не убьет. Он меня убьет. Сделайте что-нибудь. Он меня убьет. Вон он! Ой, спасите! Помогите! Убей!
брат. Ну вот. Одесса, узнаю тебя, прекраснейший из городов. Дорогой Александр Иванович, попали мы с вами в переплет. И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый, двугривенный. Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Помню, я заходил в какую-то транспортную контору, еще куда-то, просить место. Понятно, что мне отказали. Отказали с первого же слова. Хотелось есть. Но по какому-то тайному предчувствию я все берег мои 20 копеек. Уже вечерело, когда я увидел афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гудского «Уриэль Акоста» при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом. Режиссер Г. Самойленко, директор-распорядитель Г. Валерьянов. На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное решение. Я быстро перебежал напротив к парикмахеру Теодору из Москвы и на последний двугривенный велел сбрить себе бороду. Как это было принято у актеров. Благодарю вас, мой дорогой. Господин Валерьянов, вы готовы? Начинайте. Слушай. Начинайте. Свет! Простите. Могу я видеть господина Валерьянова? Это я. Что вам угодно? Очень приятно. Видите ли, я хотел вам предложить свои услуги в качестве второго комика или третьего простака, могу также и характерный. А где вы раньше служили? Ну, собственно, ни в одной солидной антрепризе, как, например, ваша, я до сих пор не служил. Скажите, а вы не пьете? Ну, что вы? Иногда, перед обедом или в компании, но совсем умеренно. Ну, хорошо. Я вас беру. Для начала на 25 рублей в месяц, а там посмотрим. Благодарю вас. Господин редактор, вечер добрый. Мне приятно, что вы меня узнали. Вот послушался вашего совета, решил не уезжать. В театре Валерьянова. Нанялся актером. Да. Как бы вы отнеслись к серии очерков из жизни провинциального театра? Прекрасно. Благодарю вас, но аванса не возьму, чтобы чувствовать себя естественно. Безработный актер на грани нищенства получает ангажемент. Будем плясать от этого. Перестань кудахтать, жив, относительно здоров.
Если ты перестанешь меня перебивать, узнаешь массу интересного. Молодец. Волей обстоятельств я стал бомжем и временно устроился на работу в театр, рабочим сцены. Ну как это где? В Одессе. Ну ты вовсе без памяти. Я здесь готовил материал по Куприну. Ну и нарвался на маленькую неприятность. Нет, ты кретин. Блондинка. Ничего страшного не произошло. Оступился в лестничный пролет. Со всеми вытекающими последствиями. Нет, ничего не сломал. Целый, целый. И руки целы. Волей обстоятельств я стал бомжем и временно устроился на работу в театр, рабочим сцены. Поговори с шефом, если его заинтересует серия очерков о провинциальном театре, пусть выпишет командировку. Здесь такое творится. Нет, не надо на почтамт, там уже лежат деньги, что выслала Валентина Андреевна. Ты можешь помолчать? Передайте Аказии, пусть занесут театр на имя Черникова Павла Андреевича. Это я. По Кощину. У меня нет документов. Украли. Украли деньги, одежду и документы. Да очень просто. На пляже. Вышел из воды, а ничего нет. Украли все. Нет, командировку нужно выписать на мое имя. Все понял? Напряги память, повтори. Все в порядке. Я договорился обо всем. Вам нужно пойти и зарегистрироваться в райотдел милиции. В какой? В наш! В Ленинский! Единственное, что я успел, это аппаратуру. Ладно, пойдемте посмотрим. Привет, ребята. Здравствуйте, Андрей Петрович. Лучше, конечно, если бы у вас были документы. Ну, естественно. Мне самому было бы проще. А так я вроде никто. Самому даже страшно. Здесь. Не трогай. Взяли. Обыскать. Так, справка об освобождении. Ну и, надеюсь, понимаешь, что будет дальше? За 3 года изучи, Лука. Не понимаю. Я Чикин Иван Александрович, журналист. Эта справка не моя. Машину его!
Действительно журналист. А я знал одного бомжа. Он из профессоров ушел. Обиделся на всех и ушел. Нет, он журналист, просто нарвался на скандал. Так что, не будем догонять его? Нет, пусть бежит. Если он действительно бомж, то снова попадется. А если журналист, выкарабкается. Попали мы с тобой в переплет. Четыреста девятнадцатый, пожалуйста. Вам кого? Никого, живу я здесь. Да нет, это совершенно серьезно. Валентина Андреевна, когда вернется отец? Откуда ж я знаю, Ванечка? Он уехал на семинар. И никогда он вернется, никак ему звонить мне неведомо. Кому, как не тебе, знать привычки отца? Вы напрасно смеетесь. Это совершенно серьезно. Я оказался в чужом городе, без денег и документов. С большим трудом пробрался в свой собственный номер, ибо рожа моя разбита. А одет я в костюм с чужого плеча. Прелестно, Ванечка, прелестно. Это сюжет для замечательного рассказа. Не говорите ерунды. Так бывает, когда человек переживает кем-то уже пережитое. У Александра Ивановича Куприна была такая ситуация. Ты читал, как я был актером? Гражданин, вы забыли оставить администратору карточку гостя. Просуньте ее под дверь, пожалуйста. Сейчас дам паспорт. Сделайте это, пожалуйста, немедленно. Так как у нас есть подозрение, что вы не Чикин Иван Александрович, прописанный в этом номере. Что это делает? Гражданин! Гражданин! Да ловите же! Это театральный реквизит! Это перст Божий. Сусульковский,
Я же на съемке, меня директор картины убьет. Они мне за день 13 рублей 50 копеек платят. А я ваше барахло. Наймите себе машину, а я артист. И не умею с коньми управляться. Ну хорошо, разгружайте. Ничего не буду ни нагружать, ни разгружать. Я доплачу вам еще 3 рубля. Вы сумасшедший, Цуцульковский. Я артист, вы слышали? И ничего не буду ни нагружать, ни разгружать. Хорошо, доплачу еще 5 рублей. А вот ему и доплатите. Вы хотите работать в драматическом театре? Я его директор. Извините, замдиректор Цуцульковский. Очень приятно. Вообще-то я не артист, у меня другая профессия. Артистам нужно родиться, а вас приглашает рабочий. Да, да, именно рабочим. Ну, недельки на 2-3. Театр закрывается на капитальный ремонт. Лет на 20. Типун вам на язык. Тьфу-тьфу-тьфу. Не слушайте, вот такие, из-за таких людей у нас разбегается театр. Кто в кино, кто куда. А ведь надо играть в спектакль, билеты, это все просто. Никто не ходит. Ой, не слушайте вы этого паникера. У нас здоровый коллектив, так что вливайтесь в наш коллектив. Мы будем работать, ездить по селам, по деревням. Вот, кстати, у нас киностудия помещение арендует. Так что деньги киностудия вам шиш за эти развалины заплатит. А вот и заплатит, вот и заплатит. Вы знаете, в кино развалины очень ценятся. Новое-то легче построить, а старое – это наш театр. Так что давайте, давайте, вливайтесь. Да я, собственно говоря, не знаю, возьмете ли. Возьмем, возьмем, разгружайте. Ну что ж, смотрите. Аккуратненько. Я понял. Это реквизит, мой милый. Вот так вот. А в темпе, если в темпе. Так. Я тихонечко, куда нести? Настоящие рабочие сцены. Прошу вас, за мной. Аккуратно, аккуратно. И вот сюда направо. Пошли сюда быстренько. Служить у нас в театре? Да. Получи. Я что-то делаю? Я тоже что-то делаю. Лахом паяц, овцы броха не либен. Прошу простить мою назойливость, но безвыходность моего положения... Денег нет. Меня
Меня выселили из гостиницы. Мне ночевать негде. Я сплю на лавке в саду. А мне-то какое дело? Вы не малолетний, а я не ваша нянька. А разве что... Хотите, ночуйте в театре? Я говорил об этом сторожу, но он дурак, боится. Только один уговор. Захотите курить, выходите во двор. Благодарю вас. Гримируйтесь. Вы что, не видите, что лезете в чужой ящик? Вот общие краски. Мне жаль тебя, матушка. Жаль отца и брата. Но я знаю, что сопротивление бесполезно. О, Господи, на кого похоже? И только погубило бы всех. А мне нравится. Ладно, как только скажут, нет, он не вернется, идите. Войдете и скажете, Бенео Хаи требует свидания, повторите. Бенео Хаи требует свидания. И назад, поняли? Понял. Нет, он не вернется! Выходите, выходите. Нет, он не вернется! Держи! Нет, он не вернется! Нет, он не вернется! Бенео Хаи требует свидания. Нет, он не вернется! Бенео Хаи требует свидания. Бенео Хаи требует свидания. Бенео Хаи требует свидания. Бенео Хаи требует свидания. Я понял, Бенео Хаи требует свидания. Пьянство! Бенео Хаи требует свидания! Поставьте барабан вон туда. Что? Пойдемте за мной. А что вы имели в виду, когда вы говорили смотрите? Фу. Какой вопрос? С кадрами я договорюсь. У вас не страшная статья. Все под ней ходим. Это еще не все. Что, у вас есть справка с другой статьи? Мне ночевать негде. Не понял. Там сказано к месту жительства жены в город Одессу. Жена, знаете ли, сложности разные. А, ситуация. В общежитии мест нет, к тому же вы местный. А что если... А что если вам пойти сторожем при театре? 30% надбавка. И есть где жить. В театре прекрасная дежурка. Спасибо. А? Ну вот. Большое вам спасибо, вы меня очень выручили. Да ну что вы, ну господи. Ну, вот бестактный вопрос. Денег не одолжите, на первое время немного. Ой, милый, а вот денег нет. Бедность, понимаете. Ну ничего, авантик получим, разгуляемся. Простите меня. Да ну, боже мой, ну с кем не бывает. Так, идемте будем оформляться в кадры.
Анисимова. Юноша, умоляю вас, спасите меня. Умоляю. Света! Вы будете работать или нет? Где этот человек? Он здесь! Он здесь! Задерживается! Слышали? Идемте. Идемте. Куда? Мы здесь, мы идем. Куда вы меня ведете? Еще чуточку, и мы будем вот на месте. Здесь. Идемте же скорее, я вас прошу. Мы здесь, мы здесь. Господи. Вот мы уже идем. Давайте, давайте, вперед. Скорее, скорее. Идите же, идите. Те же река. Николай Анатольевич, вы реку позабыли. Давайте реку. А вы мало починили? Ой, я не знаю, что мне делать. Облака истерзаны в клочья. Река просвечивает. Кулисы старые, гнилые. Обратите, пожалуйста, внимание. Андрюшка опять запил. Кулисы старые, гнилые. Никуда не годятся. Того и гляди. Могут упасть, разбить кому-нибудь. Войдите. Ну, что Олух, прошу вас. Небесно, за работу, за работу! Херика, сколько проси... Давай, давай, давай. Чем я обязана чести видеть вас у себя? Я просил бы, Лидия Николаевна, во-первых, оставить этот тон. Чисто женская логика. Разозлиться на одного человека, а делать неприятности 25. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи. Уверяю вас, половина зрительного зала не слышала вашего умирающего голоса. Подождите, Александр Петрович, подождите немного. Представьте себе женщину, которую полюбила в первый раз в жизни. Я прошу полюбила вас, горячо Лидия и сильно. Николаевна. Ну, подождите немного. И вот представьте себе, что она отдала все, что только может отдать женщина во имя любви. А он надругался над этой любовью, бросил ее на произвол судьбы. Александр Петрович, и вот представьте себе дальше. Что этой женщине нужно развлекать тысячную толпу как раз в то самое время, когда она близка к самоубийству или к безумию? Браво. Ну что ж, я так и знал. Но вы могли бы просто потребовать от меня объяснений. Когда я говорил, что люблю вас, я говорил от чистого сердца. Впрочем, как и вы, по всей вероятности. Он! Простите. Прошу. Лидия Николаевна, если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и требовать любви. Я повесился бы на первой же балке. Александр Петрович. Вы, кажется, забываете, что я женщина. Ах, не все ли равно? Так позволительно думать девицам, которые, заслышав в словах мужчины намек на любовь, тут же тащат его к брачному сожительству. А ваши клятвы, обещания? Ну, хорошо, положим, я должен сдержать эти клятвы. Но неужели вам будет приятно
слышать от меня те же слова признания, если я вам только что сказал, что вы мне перестали нравиться? Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью. Да. Ну что же, обеспечить достойное существование ребенка, вам этого бы хотелось? Вон! Пардон. У нас несчастье, отравилась актриса. Где у вас? В театре. В каком? У нас в городе два театра. В драматическом. У вас дежурит машина с персоналом, заказала съемочная группа. У вас кино снимают? Не знаю. Узнайте, там и скорая помощь дежурит.
Это было 6 января, в день крещения Господня. Был солнечный, прозрачный и холодный день, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Простите, вы случайно не родственник тому знаменитому Ларскому? То есть почему же это знаменитому? Что он на императорской сцене? Ну, хотя бы. Да ведь там, если уж хотите знать, только одни бездарности и уживаются. Знаменитость, техника и ни на грош чувств. А как же с этой без разработки? А также с... Очень просто. Я, например. Я на репетициях никогда не играю и роли не учу. А почему? Да потому что я артист нервный. Я играю, как скажется. Да разве эта публика что-нибудь понимает? Вот когда я в Торжке играл с Ивановым Козельским, вот тогда меня принимала публика. Это я могу сказать. Что это вы там говорите про Козельского? Ваш Козельский давно выдохся. Вот когда я служила с Новиком, вот это был актер, это да. А я вам доложу, что ваш Новиков марионетка. Да, 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 что? Да, да, да. И никогда вы с ним не играли. Я? Да. А я вам скажу, что вы нахал? И что? Господа. В Торжке вас закидали мочеными яблоками. Господа, вы слышали? А вы говорите, господа, что вы имели успех. Мария. Мария Яковлевна, Арсений Петрович, ну сколько можно? Ну ради бога. Ведь опять будет как в Ряжске. Полиция прикажет опустить занавес. Анчарский, душечка моя, вы ведь меня зарежете. Ведь последний раз в Лире вас насильно выволокли за ноги. Ну зачем вам пить? Зачем? Ведь если бы вы не пили этой проклятой вочищи, вы бы были знаменитейшим артистом по всей России. Умоляю вас, не делайте этого. Не бойся, Виктор Викторович. Анчарский не выдаст. Анчарский знает границу. А без этого нам, трагикам, прошу вас, невозможно. Ах, сильные ощущения. Так я выдаю. Сказали бы мне прямо. Ожидает там. Ну, значит, я попал в Париж. Однако он чудак весьма забавный, право. А вы смеетесь? Да, но я хочу... Лидия Николаевна, через сколько лет и при каких странных обстоятельствах нам приходится встречаться? Да. Мы, кажется, с вами... были знакомы. Только странного в нашей встрече я ничего не вижу. Да, зато испытываю.
испытывала, которая будет той, которую сумел воплотить, которая... Которая... Шампанского! Да прошу вас потише, господа! Господа, самое последнее место спектакля! Самое трагичное! Господа, я прошу вас! Я прошу вас потише! Потише! Самое трагическое место! Вы испортите мне спектакль! Я прошу вас! Господи, Боже мой, ну что же это за наказание такое? Несчастный человек, пьяница, что же вы со мной делаете? Я ведь вас из грязи поднял, без меня бы вы с голоду подохли. А вы, как это низко, как подло, пропойца. Мой друг, я изнемог под тяжестью лавров. Оставь меня. Никто меня не понимает. Послушайте, вы так разговариваете со всеми женщинами или только с теми, за которых не может вступиться мужчина? Подумаешь, какие нежности. Как будто ее от этого убудет. Душа моя! Божественная Фелия! Меня от этого не убудет, мадам Дольская. А прибудет только скандальной славы про наши бродячие труппы. Вот посмотрите, этот господин так глядит на актрису, что с первого слова предлагает ей идти на содержание. Какой же вам еще обиды надо, если вы этого не понимаете? Душа моя, божественная Фелия, преклони свою страдальческую голову на мою растерзанную грудь и будем плакать вместе. Куда? Как будто бы мы не знаем, что за дрянь это Верина. Прикидывается угнетенной невинностью. А у самой в Тифлисе ребенок был. Ну что же вы молчите? Что же здесь говорить, Лидия Николаевна? А я, представьте себе, была уверена, что вы разразитесь благородным негодованием по поводу этого скандала. Знаете, что я вам скажу? Вы вот на нас пришли, как на диковинный сброд полюбоваться. А по-моему, этот сброд чище и лучше, чем все вы. Вы видели сейчас, как мы скандалили, как мы пьем водку, ругаемся и принимаем подачки. Ну что ж. Зато вы не видели, как те же бродячие голодные актеры все целой трупой закладывают последние пальтишки, чтобы помочь больному товарищу. Зато вы не видели, как нас, точно доверчивых детей, как баранов, обсчитывает ловкий антрепренер. Зато вы и представить себе не сумеете, как каждый из нас страдает от вашего презрительного и развратного любопытства. Ой, вы мне, родной мой, простите. Простите, что я вам наговорила. Уж очень больно все это мне было, как я вас увидела. Так меня все прошлое и все кинулось в памяти. Хорошее такое и ничем не загрязненное. Остановите, пожалуйста, на минуту. Очень нужно. Спасибо.
Ну, что скажешь? А я тебя ищу. Везде ищу. В кармане твои документы. Ты где контуешься? В театре. Рабочим. Как тебя взяли без силы? По твоей справке устроился. Так она у тебя. Ну? Во радость. Извини, я думал, ты мел. Переодетый. Повадился тут один. Думаю, попугаю. Потом документы гляну. Да ну, о чем ты говоришь? Ну, словом, извини. Черт, ну что ты? Да где придется? В справке написано к месту жительства жены. Город Одесса. Знаешь, жена. Понимаю. Сложности. Вот ты что, осторожно. Я тут живу в театре, на сцене. Только в театре не курить Цуцульковский запрещает. Понял. Фу. Понял. Слушайте, где вы шляетесь? Где вы шляетесь? Мы не шляемся. Я говорил, будем работать. Мы реализуем свое право на отдых. Вас все ждут, вы где-то ходите. Давайте, быстрее, быстрее, вас все ждут. Боже мой, ну почему все это ложится на меня? Иван Саныч, иди сюда. Боже. Смотрите, Иван Саныч, вот этот... Ну что это такое, Иван Саныч? Вот этот ковер, срочно скачистку, пока мы на гастролях. Я ушел, я больше не могу этим заниматься. Ребята, не отвлекайтесь, выпивайте, закусывайте. Я сейчас... Это ты? Да, это я. А почему имя такое странное? Так получилось. Я так рада тебя видеть. Я давно рад тебя видеть. Где? Твой портрет в холле. А, кстати, надо забрать. Ты уезжаешь? А, бросила все. Уезжаю. Я уезжаю в другой город. В Сибирь. В Сибирь, в другой город. Там нет ни театров, ни троллейбусов, ничего. Ни сволочей. Не выживают, замерзают. Давайте выпьем. Давайте выпьем. Давайте выпьем за моего старого. Кем ты мне был раньше? Я любил тебя. Давайте выпьем за человека, который любил меня. А я бросила его ради всего этого бедлама. Ты когда уезжаешь? Недели через две. А почему проводы сегодня? Вы уезжаете на гастроли, а я еще хочу к маме съездить пожить дома. Может, последний раз. Одна? С дочкой. Мы с тобой так давно не виделись, что моей дочке будет скоро столько лет, сколько тебе. Красивая? Нет. Как я в детстве. Мне нравилось. Сашенька, я договорился с машиной, довезет до самого дома. Окей? А почему имя такое? Жизнь прошла, Чикин. Целая жизнь. Ну, ладно, ладно. Сашенька, машина ждет. Поехали, дорогая, поехали. Да. Если ты захочешь проводить меня,
Я уезжаю 25-го или 26-го. Цуцульковский знает. Он вообще все знает. Спасибо. Через час у нас спектакль. А мы тут Жижечки. Застряли. Спасибо, что не в степи. Спасибо, но тем не менее. Не тем не менее, а огромное спасибо. Что? А то, дражайший мой менеджер, что спектакля все равно бы не было. Это почему? Потому бриллиант мой Яхонтовый, что артист Сидор, давай, который давай, играет одну из маленьких, но тем не менее ролей. Третьего дня ушел из театра и подался в кинематограф. Его можно теперь видеть в городе на вазу. И поэтому спектакль состояться не мог. Точно. А это неплохо, что мы тут застряли, а? Хорошее было бы у нас положение. Окей? Окей. Стей, да стей, дорога. Ванюша, ну что тебе стоит? Ванюша! Да что вы меня уговариваете? Я давно согласен, мне самому интересно. Прекрасно! Великолепно! Дайте текст! Откуда? Вы читали «Мастера и Маргарита». Так сцену в Рите. Там есть персонаж Аркадий Аполлоныч Семплияров. Председатель акустической комиссии. Совершенно верно. Вы хорошо помните вещи. Это радует. Давайте почитаем все вместе. Давайте откуда? Отсюда? Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов. В особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Товарищи, ну я прошу вас, ну потише.
Ну, перестань. Мы же работаем, но я вас умоляю. Судьба его волнует зрителей. Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят... Это же Булгаков. Вы и фокусы показывать умеете? Ну, как бы... Да что ж это такое? Вы же мешаете. Мы репетируем. Неужели непонятно? А фокусы показывают? Ты что, корова? В цирке! С ума сошла? Люди нас накормили, напоили, приютили, а ты им объяснить не можешь. Мы репетируем. Вы на нее не обращайте внимания, она у нас... Мы играем картины из романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». То, что мы сейчас вам покажем, эта сцена называется «Вриты». Итак... Маэстро, прошу вас! Итак, граждане, сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный артист месье Воланд с сеансом черной магии. Но мы-то с вами, конечно, знаем, что ее вовсе не существует на свете. И она есть не что иное, как суеверие. Просто маэстро Воланд владеет высокой техникой фокуса. Это будет видно из заключительной, самой интересной части, то есть разоблачения этой техники. А так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда! Скажи мне, любезный Фагот, как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось? Точно так, мессир. Ты прав. Горожане сильно изменились. Внешне, я говорю. Как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить. Но появились эти, как их, трамвай, автомобили. Автобусы. Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами. Разве я выразил восхищение? Никак нет, мессир. Так что же говорит этот человек? Он попросту соврал. Поздравляю вас, гражданин, совравший. Но меня, конечно, не столько интересуют эти... автобусы, телефоны и прочее. Аппаратура? Совершенно верно, благодарю. Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли горожане внутренне? Да, это важнейший вопрос, сударь. Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь... простенькая. Прошу глядеть вверх. Раз. Два. Три. Thank you.
И появился большой и честный человек из далекой глухой провинции. Такой далекой, что наша по сравнению с ней кажется столицей. И все. Я оставляю театр. А так хотела и славы, большого чистого искусства. А вышла какая-то склока. А теперь, благодарение Богу, все ладно. Он меня любит. Я стану учительствовать в школе. Вести драм-кружок. Стану преподавать музыку. Саша! Сашенька, милая, какая радость! Вы еще не уехали! Ну, это прелестно! Вы себе не представляете? Это невероятная история! Познакомься, это Веня. Простите, Вениамин Сан. Очень приятно. Можно просто Вениамин. Голубчик Сашенька. Я позволю себе вас так называть. У нас случилась незадача. Исполнительница за главной роли заболела, и поэтому всего лишь один спектакль сегодня вечером. Мы вас очень просим. Еще бы, Сашенька, столица. Такой театр. Да нет, 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 нет. Это невозможно. Мы уезжаем через несколько часов. Ничего страшного. Вы все успеете. Вас мы подвезем прямо к поезду, а супруга с чемоданами. Ну, хоть сейчас на вокзал. Да нет, я не знаю, что играть, я роли не знаю. Знаете, Сашенька, знаете. Это я надоумил Вениамин Саныч обратиться к вам. Вы репетировали у нас в театре. Это будет прекрасно. Это будет окей. Окей, Сашенька. Вы блистательная артистка. Поверьте мне. Это будет прекрасно. Я прошу вас. Я прошу вас. Я прошу вас, Сашенька. Умоляю. Значит, будете вы со мной сегодня работать, а? Я. Саша! 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 Да ведь это же... Да ведь я! Дурак! Дурак какой! Мы. Хорошо. Не опоздаем к поезду. Ну ты нахал. Но так же красив и победителен. Да, но. Да ты тоже ничего. Да, 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 старушка, да. Прекрасно выглядишь в форме. Да. Ну а с нашими ты видишься? Не-а, никого. С Ольгой перезваниваемся. Договаривались несколько раз встретиться. Ну, то денег нет, то времени. Понятно. Ну, ты да. Жена, дети, ну... Ты ничего не знаешь? А ведь мы с Машкой опять поженились. Да ты что? Да, у меня уже двое детей. Двое? Да. А как же она играет? Она у меня не играет. Да. Она не играет, она
растит детей, холит мужа. И, как мне кажется, очень счастлива. Не может быть. Может. Витюш, а ты знаешь, я ведь тоже из театра ухожу. Ой, странно. И заметить не успели, как жизнь прошла. Да ладно тебе. Ничего она не прошла. Прошла, Витюш. В театре прошла. И начинается новое. Ну вот. Или не начинается. Внимание! Даю третий звонок. Актерам, занятым в первом действии, приготовиться. Ну, что ж так. Ну, хорошо. Ну, ладно, так оно. Вот это. Мы не опоздаем к поезду? По-моему, он уже ушел. Что? Ничего, смотри. В последний раз. Тихо. Пришел попрощаться. Убываю. Пора. Да тихо вы. Смотри. Куда ты? Куда колеса катятся? Здесь мне все равно жизни не будет. Давай посмотрим. Я тебя потом провожу. Мне тоже пора сматываться. Засиделся я в этой провинции. Коля, так почему же эта рыба Господня? Ты так и не рассказал. Так помешали же. Да Бог с ними. Расскажи. Я точно не знаю, но слышал, как старые греки рассказывают, когда Иисус Христос, Господь наш, воскрес на третий день после своего погребения, то никто ему не хотел верить. Видели много чудес от него при его жизни, но этому чуду не могли поверить. Господи, с моими.
Господа в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на этой рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы Господних пальцев.